Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Уважаемые коллеги, добрый день! Мы продолжаем серию вебинаров, посвященных проблемам детской неврологии для педиатров, неонатологов и неврологов. И эту тему мы попросили, всю эту тему, все это направление осветить заведующего кафедрой детской неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктора медицинских наук, профессора Валерия Петровича Зыкова. Валерий Петрович, здравствуйте. Добрый день. И вот вы говорили, концепция раннего вмешательства, 3-4 месяца вмешательства и не массаж. Вот у нас тоже вера в массаж колоссальная, вот эта вера в массаж здоровых массажиров. Я считаю, гимнастика в руках матери, лечебная гимнастика, сейчас есть много видео, есть рекомендации, лучше мать это сделает. Лишние инфекции, лишний контакт. Понятно, что в этом возрасте контактировать... Сейчас ковид научит, наконец, вот это, может эту практику массажа тотального он как-то не отвадит. Я просто сейчас подвожу. Да. На Западе применяется методика Войта, кинезотерапия. Особое положение, но это продуманная система локомоции, которая подстроена под эволюцию. Если ребенок не держит голову, там точки на воздействие голова, не держит позу на боку, эти точки. То есть под каждый моторный навык проэволюция система точек воздействия. Но это все-таки должен делать специалист? Это специалист. Мать не сможет? Это не сможет. Да. Это войтотерапевт. Я хочу сказать, что сейчас в Москве и в ряде городов появились войтотерапевты, которые ездили в Германию, получили сертификат. Опять же, плацебо исследований не было, но считают по обзорам полезная методика. Если взять массаж и Войта, массаж на низком уровне, не доказан эффект. При спастике, вот это слепое раздражение всех зон, это мощный проприоцептивный стимул. И на уровне сегментов и подкорки тонус лока увеличивается. И есть подходы, не просто вот 20-30 минут кинеза, мать обучается. Она 3-4 раза в день должна тоже делать определенные приемы. И ведь мы говорим о реабилитации. Массаж 20 минут, ребенка вылечили. То есть фактически речь идет о непрерывной реабилитации. Да, да. Обучить специалиста, специалист обучает родителей. Определенным навыкам, не всем, да. Но вот то, что мать может сделать. Вот считается, вот кинезотерапия по Войту для грудного возраста одна из самых таких вот полезных. И есть еще препараты, которые используются в нашей практике, и кортексин, и пантагам. Хотя вот пантагам, надо сказать, провели исследования, да, что в группах плацебо эффект был меньше, чем с препаратом по двигательному нарушению и развитию. Где-то да, мультицентровые прошли по кортексину, но без плацебо тоже в этих группах отметили улучшение развития. Я хочу сказать, что если мы возьмем грудной возраст, критерии уровень А, который хотелось бы, мы не найдем. То ли этические проблемы лечить одного, другого не лечить, мать не согласится, она спросит, а почему меня не лечить? В первую очередь, я думаю, этические проблемы. Потому что если есть и какие-то способы... И рад их привести, да. Но... Вот все-таки обзор по диагностике, он лучше, да, я вам назвал ряд, Прехтл, Дубовец, МРТ. Вот на грудном возрасте, как и до 5 месяцев, так и после 5 месяцев, верификация церебрального паралича до 90-80%. И поэтому увидел, назначил кинезотерапию, вовремя отправил. Плюс, хорошо, при гипотонии массаж назначаем, да, для стимуляции. Вопрос, опять же, рекомендации по двигательным расстройствам, он есть разработан в Америке. Да, вот я на него
когда стал опираться, когда мы стали свой разрабатывать. Оказывается, уже для нас тоже уже не надо выдумать велосипед, надо взять к себе и адаптировать. Очень важный момент по двигательным расстройствам и включение ранних логопедов. Вот школа в Словении хорошая, во Франции. Уже в 6 месяцев, если есть двигательное расстройство, и нарушен календарь развития, уже смотрит логопед. Как он работает языком, как сосет, как кричит, лепит гуление, насколько оно эмоционально, как окрашено. Потому что движение языка и общие двигательные стереотипы, они все связаны. Да, здоровый человек говорит четко, конкретно, ну, так посмотришь. Всегда больной, он всегда ослабленный голос. И тогда начинают с 6 месяцев уже логопеды вмешиваться. Вот это тоже раздел у нас, Пласт в России не разработан. Вот как придумали с 5 лет логопеды и не раньше. Сейчас все-таки появляются молодые врачи, с 3 лет берут детей, с 2 лет. Ну, Валерий Петрович, а в этой ситуации, если действительно есть признаки нарушения, отработанные методики 6-месячного возраста это логопеды вот... начинают, или они просто берут группу риска и дальше... Отработаны методики. У нас единственная работа Приходько Оксана Георгиевна, доктор педагогических наук, но занималась с детьми после года, где уже был поставлен диагноз церебральный паралич. Вот раннего вмешательства логопедического у нас в стране отсутствует, к сожалению. Вот видите, как мы возьмем проблему. Тоже опять проблема, которую нужно обострять. В Германии кинезотерапия бесплатна. Они ее внедрили даже у взрослых больных с инсультами. Этих центров Войта там в Германии как сеть. Приехал, позанимался, уехал. Вот получается, опять же, зачем что-то выдумывать, надо обучить серию специалистов, и, наверное, она тоже должна быть бесплатная. В ценах довольно, мы знаем, в коммерческих центрах, центры высокие. Но это тоже одна из огромных нереабилитационных, я бы сказал, проблем внедрения таких современных методик. Значит, кроме препаратов мы говорим о кинезотерапии, причем не менее 3 курсов до года. Месяц работает специалист, потом мама одна дома 2 месяца, опять специалист, вот не менее 3 курсов. Ну, потому что самое мощное развитие эволюции двигательного анализатора – это первые 2 года. Самый мощный рывок по реабилитации – это действительно первые 2, потом идет плата где-то. Как говорят, реабилитация. Если ребенок не встал в 5 лет, он не встанет никогда. Вот это терапевтическое окно, я бы его назвал до 3 лет двигательной реабилитации. Ну, считается, опыт реабилитологов первый год важный. Начинают с Войта, потом другие методики. И ботулинотерапия с 2 лет для профилактики образования контрактур. Здесь уже такой длительный процесс реабилитации. Но тем не менее, чем раньше он начинается, тем больше шансов, что комбинированное такое реабилитационное лечение может каким-то образом помочь. Конечно, если поражена вся кора, это бесполезно. Там двойная гемиплегия. Вот мы приводим методику трактографии в норме. Это сеть трактов. Ну, вспомним нашу анатомию кругом, как электрические сети. Это тракты. Ребенок тетрапорез, кто перенес перинатальный инсульт, да еще билатеральный с 2 сторон. Или гиви с поражением коры. Пусто. Это двойная гемиплегия. Опять же... Понятно. Педиатр что может посоветовать? Двойная гемиплегия. Ехать мне в Китай ребенку 7 лет. После 5 лет вообще плата двойной гемиплегии. Лучше только симптоматической терапии. Они же ездят в Китай, какие-то методики используют. Валерий Петрович, понятно, что есть. И врач-педиатр может где-то сказать мудрое слово. Вы знаете, в 5 лет тяжелое поражение. Иногда сказать, пусть лучше в семье сэкономятся эти деньги. Но дело в том, что вот мы сказали, как выявлять, да, мы сказали, методика Прехтла, предикторы диагностики парезов, затем МРТ, зрительный вызванный потенциал, если ребенок не фиксирует взор, и специалисты тоже скажут, что это центральное зрительное расстройство,
И появление судорог. Это вот третий симптом. И если взять двигательные расстройства, что еще будут? Судороги, нарушение развития и центральные двигательные расстройства. Вот эти три самых частых коморбидных синдрома. А судороги сразу реабилитацию любые начинают останавливать. Причем но не кинезотерапия. Если они не ежедневные, берет кинезотерапевт. Понятно. Валерий Петрович, таким образом, если мы говорим о отдаленных результатах, то первые симптомы клинические, тяжело перенесенные ишемических и гипоксических. Гипоксических, ишемических, да. Это двигательные расстройства и нарушение развития. Да, и двигательные расстройства и нарушение развития можно увидеть уже в первые три месяца жизни. Можно увидеть. Если анализировать детально те симптомы, о которых вы сказали, сопоставлять темпы развития с имеющимися таблицами, обращать внимание на вызванные потенциалы, привлекать и главное МРТ. Да, и результаты МРТ-исследования. И если все это складывается вместе, то есть шансы на то, что реабилитация начинается намного раньше. Не надо даже ждать года, когда церебральный паралич выставляется. Мы даже вот дети с микроцефалией, тетрапарезом, я выставляю диагноз до года. И в 5-6 месяцев голова не растет. Опять же, ты смотришь календарь, прироста нет, 2 центиля микроцефалии. И еще один момент диагностический, кроме МРТ. Мы можем сделать МРТ, а там все нормально. Это вот тема номер один сегодня — генетика церебрального паралича. Когда мы стали встречать таких детей, в структуре наших, вот мы рекомендации, которые собираем материал. А что же причина? Сегодня номер один, конечно, это генетика церебрального паралича. Еще работы 90-х годов показали анализ ретроспективных церебральных параличей, ГИА, гипоксическая ишемическая энцефалопатия, как этиологический фактор. 12-15 по другим, максимум 20%. А 80% это что? Пусть сейчас еще там перинатальный инсульт с ПВК. Пусть 25. Хорошо, 75. МРТ нормальная, то вот здесь тогда надо делать трактографию. Оказывается, уже нашли, мы делали обзор, около 200 генов, которые отвечают за формирование двигательной матрицы, корковой системы, связи, плюс формирование нейромедиаторных систем. То есть это не дегенерация, никакой не вновь заболевание. Это не сформировалось. Метаразвитие. Нарушена эволюционная программа строения мозга. И отсюда, когда мы видим такую систему, начинаем думать. Ведь реабилитация построена на часть, мы концепцией реабилитационного потенциала занимались. Для диагноза мы ставим топику, а для реабилитационного диагноза нет. Нереабилитационный прогноз. Тоже мы должны анализировать то, что осталось. Так вот, если структура мозга вся нарушена, как реабилитация вообще под вопросом. У них и частые судороги, и нарушения развития тяжелые. Хотя структура МРТ и пороков даже нет. Значит, мы подходим. То есть начинки нет, как в компьютере. Опять-таки к тому очень важно. Опять диагностический план, что диагностика тех случаев, когда есть ножницы между клиникой и структурным повреждением. МРТ требует дополнительных, в том числе генетических методов исследований. Валерий Петрович, вы понимаете, мы пытаемся с вами сфокусировать внимание на алгоритм проблеме, исследования, а получается, что у нас все больше и больше направлений для дальнейшего разговора. Теперь, правильно ли я понял, 70% ДЦП генетически обусловленные процессы, которые не имеют связи с гипоксией и ни с гипоксией, ни с инсультом, ни с инфекциями. То есть наши традиционные взгляды, вот этот миф все от гипоксии от родовой травмы, он уже давно закончился, 20 лет назад. Идут публикации с 90-х годов, уже активно секвенирование генома стало применяться с 2000-х. В связи с удешевлением этого метода. Поэтому полное секвенирование генома сейчас есть в Москве, в России. Нет структурных повреждений.
И как мне нравится очень термин такой, когда есть генетика, диагностическая DCA заканчивается. И становится, в базе данных уже есть эти сочетания, церебральный паралич и мутация гена. И смотришь, уже очерчен исход. И мать понимает. И во-первых, вопрос генетики встает. И в этой родословной, и в этой семье. А если это рецессив и оба носителя? Да. Валерий Петрович, таким образом, мы с вами попытались коснуться только некоторых интересных, важных, но только некоторых аспектов неонатальной неврологии, перинатальной неврологии. И в этом разговоре выделили три основных позиции. Первая позиция. Необходимо менять взгляд на гипоксию как причину любых неврологических нарушений у ребенка раннего возраста. Однозначно. Вторая позиция. Для того, чтобы из этой большой группы этиологических факторов выявить действительно гипоксические и ишемические и варианты инсульта, необходимо активнее внедрять в качестве диагностических критериев исследования у групп риска, имеющих факторы риска новорожденных детей, венозное обследование на КШС и газы крови. И третье, для этой же группы пациентов необходимо активно внедрять МРТ с первых часов жизни. Валерий Петрович, спасибо большое за эту идею. Уважаемые коллеги, спасибо, мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Да, всего доброго. Ассоциация врачей первичного звена «Сирано» благодарит компанию «Лабораторис Инельдия» за поддержку данной передачи. «Лабораторис Инельдия» представляет биологически активные добавки на основе целебных трав, оказывающие успокаивающее действие на нервную систему ребенка. Биологически активные добавки являются естественными помощниками для уменьшения волнения, не имеют побочных эффектов и не вызывают привыкания. Педиакит «Нервозность» сочетает в себе эффективные натуральные активные ингредиенты, такие как пассифлора, хмель, мелисса и цветы апельсинового дерева, для уменьшения у маленьких детей эмоционального дисбаланса, плохого настроения и нервозности. Витамин В6 способствует нормальному функционированию нервной системы, рекомендован для детей с 4 до 6 месяцев. Педиакит «Сон» сочетает в себе натуральные активные ингредиенты, которые улучшают засыпание и повышают качество сна без ночных пробуждений. Его нежная и успокаивающая формула на основе мелиссы идеально подходит для улучшения сна. Лаванда, цветы апельсина, ромашки, душицы и боярышника повышают бдительность и концентрацию в течение дня. Рекомендован для детей с 4 до 6 месяцев.